Стартом стал Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов. В первую очередь делегации продемонстрировали ассортимент продукции, которую выпускает предприятие. Тракторы, коммунальная техника, специализированный магазин. После производства краткий экскурс прошел на участке гибких технологий. Современное прогрессивное оборудование, производственная мощность и качество изделий никого не оставили равнодушным. Сегодня эти модели тракторов, они у нас используются в городе на уборке города, на других мелких работах там и прочее. Поэтому мне очень важно было посмотреть его качество, сборку. И думаю, что мы работаем вообще с Республикой Беларусь, покупаем их трактора, машины, автобусы. И очень важно, что вот эти мини-трактора небольшие мы тоже будем здесь закупать на уборку тротуаров, мелких маленьких площадей и прочее. Следующая локация – самое сладкое предприятие Бобруйска «Красный пищевик». Для гостя провели масштабный тур по цехам, показали, как делается качественный продукт. И, конечно же, дегустация. К слову, классический зефир еженедельно выпускается партиями по 100 тонн. Всего у фабрики свыше 250 видов изделий. Это предприятие в городе Бобруйске, оно отличается от нашего, потому что здесь выпускают непосредственно другой продукт. И я вижу, какое качество высокое. И вот сейчас мы находимся в цехе, где ручная работа. Это очень трудоемкий процесс. В завершении дня стороны подписали план мероприятий по развитию взаимодействия между городами. В перспективе плодотворное сотрудничество и перенятие опыта. У таких крупных городов, как Бобруйск и Ишим, есть чему поучиться друг у друга. Все прекрасное, хорошее, но останется у нас и у вас. И мы готовы стремиться развиваться, потому что у каждого города можно своя есть изюминка. Своя история есть, свои люди. Но самое главное – это люди, которые работают в наших городах. Ну, а если люди дружны, мы же понимаем, что это всегда мы братские государства, как наш президент говорит об этом. Так что вот и мы сегодня сделали дорожную карту определенную. Спасибо. Я как бы в шутку и всерьез я всегда говорю, ну, вы побыли у нас, добавляйте свои пункты, мы тоже добавим. И дай Бог, что мы еще не первый, не последний раз с вами встретимся. Спасибо. Всегда ждем вас в гости. Учитывая то, что наши побратимские связи уже заключены с 2013 года, мы будем развиваться в этой сфере и посмотрели промышленный потенциал города Ишима. И мы сегодня приглашены на посещение этого прекрасного города, и наша делегация обязательно там побудет. Есть что посмотреть, есть куда стремиться и кое-что, допустим, посмотреть в городе Бобруйске и применить в городе Ишиме. Поэтому очень хорошее предприятие, ну и самое главное, что это комфортный, красивый город. Бобруйск ежедневно становится лучше не только благодаря совместной упорной работе жителей и дружеским связям. Укрепляя международные отношения, мы не только приобретаем ценный опыт, но и находим новых хороших партнеров и друзей. Юлия Вернер, Станислав Чичерин, Бобруйск 360.